Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флэффи Китти, и я продолжаю прохождение игры «Остров секретов». Всем приятного просмотра, игра! Да, мы уже приближаемся к финалу данной игры, и мы уже готовы войти в священный храм, чтобы освободить душу бедного пирата от его столетних терзаний и мучений. Давайте, собственно говоря, со входа в храм и начнем. Значит, это и есть то самое место. Да, значит, это и есть то самое место, куда мы стремились изначально. Итак, для тех, кто запустил это видео, зашел на мой канал и начал смотреть именно это видео, объясняю, что это игра в жанре Hidden Object, то есть я ищу или поиск предметов. Но мы не просто ищем баранку, кукурузу, маску, жемчужину или кнопку со стрелкой, но мы и ищем их части, из которых предмет состоится целиком, а дальше мы его сможем куда-то применить. Например, на жемчужине показываю, да, вот я вижу одну часть жемчужины, я вижу вторую часть жемчужины, я вижу одну часть баранки, вижу вторую часть баранки, вижу кукурузу и еще, и вот она. И вот таким самым образом мы все эти предметы должны с вами восстановить, а потом в различных локациях их использовать. Да, то есть не просто так нажать их от балды, а именно потом использовать. Так, ладно. Продолжаем собирать предметы, все, что видим. Просто можно смотреть на картинку, искать, отдельные кусочки, да, которые не составляют целиком картину, и на них нажимать. Как правило, это, безошибочное действие. То есть, например, вот здесь этот элемент явно лишний, да, и вот это тоже какая-то непонятная часть, поэтому почему бы на нее не нажать? И здесь тоже должны быть полосочки, как бы, вот даже вообще приемничек, должны быть какие-то кнопочки, крутилочки и так далее. Так, что еще нужно? Одна часть маски и две части какой-то кнопки, какого-то механизма. Вот одну часть, кстати, вижу. Еще маску надо, вот она. Вот этот предмет, скорее всего, здесь нам сейчас будет недоступен. Скорее всего, он потом только откроется, впоследствии в действии с чем-либо, я не знаю, с чем тут мы будем взаимодействовать. Сок расставим, какие-то кнопочки, видимо, понажимаем. Это какая-то задача, но я решу ее позже. Сначала нужно расставить по местам все предметы. Да, то есть сначала среди этого хаоса нужно навести еще один хаос больший, а потом только уже нам откроется вот этот предмет. Киви, сок и кегля. Запомнили, и переходим дальше в храм. Очень необычный колокол. Да. Угу. Не хватает, видимо, здесь маски. Ну, давайте сразу уж разместим тогда маску. Почему бы и нет. Так, ищем сок, киви, салфетку или плед, бильярдный шар и виноград. Так, ага, ага, ага. Часть от сока. Так, часть от киви. О, он зеленый, господи, и виноград зеленый. Да здесь у нас еще где угодно можно найти. Так, одна часть салфетки. Тоже, скорее всего, ее здесь не будет. Давайте подсказку воспользуемся. Чтобы отыскать оставшиеся предметы, нужно что-то придумать. Например, использовать уже найденную вещь. Так, цветочки, да, у нас здесь с вами активные. Что-то еще было активно. Какие-то газетки, журналы были активны. Ну и сам колокол, собственно говоря, с баранкой. А, кстати, баранку-то мы можем, наверное, уже к одной баранке добавить вторую баранку. Так, ну и давайте двинемся в центр храма. Зачем здесь задерживаться? Итак. Я в самом центре храма. Очень интересно отверстие на стене. Похоже, туда необходимо установить какой-то предмет. Ключ. О, там сгущаются тучи. Наверное, нам здесь долго оставаться не следует. Так, кнопку, видимо, мы с вами потом применим вот сюда. Так, 5 кусочков цветка. Канат, кегля, какая-то наклейка, этикетка, подушечка, платочек. И я не знаю, что это такое. Да, там буря не шуточная. Так, кукуруза. Ну, кукуруза. Платочек у нас с вами где-то был. Нет? Платочек. А, нет, да, платочек мы еще не собрали, чтобы сюда повесить. Так что продолжаем наши с вами поиски. Так, что еще здесь есть?
часть какого-то диска, или я не знаю, что это. Еще одна часть – веревка, часть от кегли. Так, веревка. Так, и последняя часть. Ну, ее явно нам некуда с вами применить, поэтому давайте переместимся в храм. По крайней мере, здесь я знаю, что цветочек мы должны с вами использовать. Потом вот это, я не знаю, наклеечку, подушечку, что это, вот сюда. Так, вход в храм. Там у нас, по-моему, кегли были, да, с вами? Кегли. Сюда же разместим сок. Сюда же разместим киви. Так, здесь еще не все на своих местах. А, бильярдный шар давайте-ка на место поставим. Так, все, что ли? Это какая-то задача, но решу ее позже. Так, хорошо. С чем еще можем здесь взаимодействовать? Да все, вроде бы. Так, в храме, может быть, виноград мы куда-то можем разместить. Вам виноград, кстати, мы здесь и собирали. Есть только вот жемчужину или веревку. Может быть, веревку колоколу. Вы нашли часть артефакта. Странная вещица, но, по-моему, только половина. Да, это... Оба-на! Так, с этим я справился. Все вещи в нужных местах. А я только что хотел еще раз по колоколу вдарить. Эх, не дали. Ладно, идем в центр храма. Тут я знаю, по крайней мере, куда деть платочек. Так, что еще? Раковина. В нее жемчужину. Так, с чем еще можем здесь взаимодействовать? Все ни с чем. Виноград. Виноград, вход в храм. Виноград я здесь и собирала. А, нет, виноград я здесь не собирала. Кстати, может быть, действительно куда-то здесь можно применить виноград? Ну-ка, подсказка что мне говорит? Подсказка мне говорит здесь найти оставшийся предмет. Вот он. Отлично. Здесь виноград нам не нужно собирать. Нам здесь нужно было собрать кнопку. Здорово. Давайте, собственно говоря, кнопку-то и вставим на свое место. Так. Ну, а теперь что? А, диск. Нет. Я думала, что мы можем уже как бы с ним взаимодействовать. Видимо, еще нет, надо вот этот диск будет сюда поставить. Скорее всего. Так, подсказка. Вот она. Вот она, эта штучка. Что за штучка, я не знаю. Может быть, ко входу в храм она подходит? Может быть, ее куда-то вот сюда наверх надо разместить? Да, вот сюда, вот, посмотрите, здесь, видите, шары. Одного не хватает. А вот теперь можно и задачки порешать. Ну, давайте порешаем. Треугольник. Ага. Круг. Круг. Плюсик. Я вообще даже не знаю, где плюсик. Треугольник. Треугольник. Ага. 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 Мы собрали артефакт. Вау. Вторая половина. По-моему, это какой-то ключ. Работа сделана. Все на своих местах. Класс. У нас еще даже виноград остался. Так, ну что, в центр храма идем? Сюда? Нет, еще рано. Ага, виноград к виноградам. Отлично. Так. Да ладно. Не люблю я это дело, просто не люблю. Ну хорошо, так и быть. Раз уж у меня у другого выхода нет. Так. Ой, что я делаю? А, ну так тоже можно. Видимо. Можно было. Так. 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 Так.
Так. Так. Так. Так. Так. Так. И вот так. Что это? Что происходит? Что это за страшная морда, мои дорогие котятки? Что это было? Я требую объяснений. Вау, что это? Это пало древнее проклятие? Так. Ага, в центре храма 10 вещей, да, находится? Давайте, давайте заглянем. Так, мы ищем 10 предметов повара. О, клево. Так, мясорубка, терка, нож, поварской колпак, чайник, поварешка, сковородка, скалка, кастрюля, дуршлаг. Да. Вы это видели, котятки? Флаффи Китти. Только Флаффи Китти так умеет проходить игру «Остров секретов». Больше в Ютубе вы нигде не найдете подобного прохождения. Я вам точно говорю. Поищите. Алекс, где ты был? Тут такое случилось. У меня были небольшие дела, но я их уже закончил. Что произошло? Антонио, мой отец. Он смог подойти к воде. Не знаю почему, но раньше он не мог этого сделать. Наверное, боялся чего-то. Лиза, это же замечательно. Теперь мы все сможем вернуться домой. А у меня есть другое предложение. Какое? Пока ты отсутствовал, я звонила матери. Это было сложно. Но я уговорила ее. Она летит сюда. В таком случае нам необходимо подготовиться. Да, мои дорогие котятки, да, остались у нас с вами последние три локации в игре «Остров сокровищ». Господи, «Остров секретов». Это помост, хижина художника и комната артистов. Давайте мы не будем откладывать и прямо сейчас их и пройдем. Помост. Это центр поселка. Нужно навести здесь порядок. Так, нож, нотная грамота или ноты, портфель, будильник и какая-то колбочка. Так, что еще? Ага, вот вижу. Прекрасно. Так. Три части портфеля, две части нот и две части будильника. Портфель, ноты. Будильник. Еще вот вижу портфель. И вот портфель. Так, ноты и будильник. Что-то одно находится, что-то одно мы не найдем. Это понятно. Кстати, вот они, ноты. Отлично. Думаю, что оставшаяся часть циферблата будильника, она будет активна потом. Так, нам нужно будет сюда принести фрукты, монетки, грушу и, видимо, все пока, да? А, подожди-ка. Не получится, не хватает одного кольца. Платочки. Запомнили. Идем в комнату артистов. Сразу понятно, что это комната артистов. Да, художественный беспорядок здесь царит. Груша, не знаю, кепка какая-то, да? Банка с краской, кисточка и платочек. Так, две части еще вот такие, да? И одна вот такая.
кисточка и платочек. Угу. Часть платочка вижу на картине на окне. Так, вот такие две штучки. Вообще нигде не вызывают у меня никаких ассоциаций. Нигде я их не вижу. Еще нужна будет груша. Ага, вот часть от кисточки. Ой, такой маленький хвостик остался. Ну, где угодно, может быть. А, вот он. Угу. Хорошо. Так, потом. Край банки. Две части груши, аж две. Две вот такие коричневые штуки. Кстати, вот одна штука. Кстати, вот это от шапки. И это от шапки. Так, теперь либо банка с краской, либо часть груши. Что-то одно, скорее всего, найдется, а второе нет. Вот, кстати, часть банки с краской. Отлично. Так, переходим в хижину художника сразу. Ух ты! Настоящая мастерская художника. Но сдается мне, картина не закончена. Так, я не знаю, что это такое, но какой-то золотой диск, фрукт, кольцо, хрюшка розовая и, я не знаю, ручка, видимо, от чего-то, да? Так, что еще? Так, один вот такой. Ага, вот хрюшку вижу. Так, две части кольца. Одно что-то такое зелененькое. Кстати, вижу вот от золотого диска часть. Так, что-то зелененькое. Две части от кольца. И вот такая коричневая штука. Ага, коричневую штуку вижу. Так, две части от кольца и зелененькое. Зелененькое вижу. Теперь две половинки от одного кольца. Такое что-то светлое. Кстати, вот одно я нашла. Так, что, где, с чем можно тут применить? Так. Может быть, сюда надеть шляпу? Да, сюда надеть шляпу. Так, может быть, будильником поставить другой будильник? Мы его собрали? Нет, кстати, будильник мы еще не собрали. Так что рано еще об этом думать. Так, с чем еще сможем взаимодействовать? Банка краски, может быть, сюда? Да, подходит. Так, к портфелю. Портфель, я думаю, нужно будет поставить. Так, картина. На картину что? Может быть, кисточку? Нет. Явно не кисточка это будет. Так, и все пока. Так, идем на помост. Так, платочек на свое место. Груши пока нет. Может быть, это вот сюда? Тоже нет. Так, подсказка. Нет, здесь нечего делать. Здесь нечего делать, так что давайте зайдем в комнату артистов. Так, у меня здесь есть просто ручка, вот, смотрите, от ящика. Почему бы ее и не поставить на место? Так, с чем еще мы можем здесь взаимодействовать? Ага, да, это вот сюда. Ноты вот сюда. Отлично. Так, с чем еще можем здесь взаимодействовать? Ага, вот сюда нужно будет что-то поставить. Может быть, вот эту розовую баночку? Супер, супер. Так, с чем еще можем взаимодействовать? Ага, ни с чем. Так, давайте-ка вернемся на помост. Там где-то фрукты у нас были. Может быть, я туда фрукт смогу разместить, вот этот. Да, отлично, фрукт встал на свое место. Еще нужна груша. Груша и починить кольцо. Еще и монетки. Так. Ищем оставшуюся часть кольца. Ага, под подбородком у бюста она находилась. Хорошо. Так, идем на помост, отодвинем эту шторку.
Так, замечательно. Хижину художника поставим на место будильник. Так, что нам еще здесь нужно сделать? Может быть, вырезать картину? Нет, вырезать я не могу. Так ничего не получится. Как можно что-то нарисовать кисточкой без краски? Так. По-моему, цвет не тот. Наверное, синяя должна быть. Вода. Получился закат на море. Теперь все на своих местах. Отлично. Круг сузился. Так, помост. Использовать два предмета. И комната артистов найти один кусочек. На помосте использовать два предмета. А где там? Груша и монетка. Ага. Груша и монетка. А здесь? Что нужно сделать здесь? Я просто не понимаю. Так, подсказка. Нет, здесь она не работает. Это подсказка. Помост. А, может быть, хрюшку поставить к монеткам. Все-таки это копилка. А ножом разрезать грушу? Нет. По-моему, не могу найти ничего из-за беспорядка. Ну, сюда грушу нужно, да. Но где нам ее взять? Значит, нужно что-то разрезать ножом. У нас остался только один нож. Так, тихо. Что это? Ага. Все было просто. Надо было внимательно и наводить на окошко. Все, я здесь закончил. Да, я понимаю, Алекс, что ты здесь закончил. Я тоже сейчас закончу прохождение уровня помост. И вообще, я так понимаю, будет завершение игры. С расстановкой вещей я закончил. Да. Осталось только найти 30 вещей наших с вами дорогих клиентов, которые их ждут. Итак, осталось вещей археолога 10. О, татуя, да? Почему она не нажимается? Ангх. Маска фараона. Щит. Почему вот эта статуя не нажимается, интересно? Так, древняя ваза. Какая-то маска. Какая-то рукопись или книга. И еще какие-то 4 вещи. Тут все что угодно может быть. О, какой-то меч. Чайник явно не относится к вещам археолога. О, наверное, да, манускрипт, свиток. Так, что еще может быть у археолога? Конечно же, кинжал какой-то древний, из древней эпохи. Последняя единственная вещь. Подсказка, давайте воспользуемся. О, мушкет. Как уж я забыла про мушкет. Ладно, шофер и охотник не дремлют. Давайте не будем злить этих храбрых мужчин, что шофер, что охотник, я считаю, это храбрейшие на земле люди. Да, шофером быть опасно. Так. Ну что, вещи охотника и шофера. О, это может быть все что угодно. Ладно, фара, номерной знак. Это я не знаю, что за штучка. Бинокль. Патроны, глушитель, канистра с бензином, колесо, рюкзак, мотоциклетный шлем, охотничий нож, собственно, сам руль. Так, что еще может относиться... Ага, я не знаю, решетка радиаторная, да? Что еще может относиться к шоферу, а что к охотнику? Это что такое? Нет, это к нему не относится. О, ну да, конечно же. Это охотничья вещь, а еще есть охотничья шляпа здесь же. Охотничий костюм, без него просто никуда. Как же маскировка? Так, 3 охотничьи, 1 шоферская вещь. Так, да, пояс охотника, конечно, где он держит всякие патроны, я не знаю, и прочие штуки. Так, 1 и 2. 2 вещи охотника, 1 шофера. Шишка, она, конечно, подходит к охотнику, но не особо. Да, трофейные рога, конечно, это вещь охотника. Да, ну и, конечно же, охотничье ружье. Какой охотник без оружия? Так, и осталась 1 вещь шофера.
Может быть, очки? Нет, они, по-моему, здесь были. Да, зеркальце заднего вида в автомобиль. Вот они. Вот они, наши карточки, которые мы с вами собрали. Вот все эти люди в скорости получат все свои вещи. Очень-очень необыкновенная и замечательная игра. Поиск предметов здесь раскрыт в этой игре просто как никогда. Просто как никогда. Аналогов, я считаю, что по сей пору нет. Прекрасно, еще один клиент останется довольным. Да, точнее, все твои клиенты останутся довольны. Лиза! Лиза! Алекс! Антонио! Я не знаю, что сказать. Мне очень сложно подобрать слова. Виктория! Я люблю тебя. Я всегда любил тебя. Все эти годы. Отправляйтесь в город, а мы присоединимся к вам позже. Нам нужно многое сказать друг другу. Отправляйтесь в город. Мы присоединимся к вам позже. Нам нужно многое друг другу сказать. Да, мои дорогие котятка, трофей прошел всю игру, завоеван, прошел быстрее, чем за 7 минут, но такого просто быть не может, потому что не может быть никогда. Играть игру более 5 часов, прошел игру меньше, чем за 3 часа и прошел игру 2 раза, это трофей, который можно, в принципе, заработать, либо если долго сидеть и мучиться, или, я не знаю, ставить игру и уйти, либо делать все очень быстро, но в рамках записи видеопрохождения, как правило, мне это не получается. Соответственно, и прошел эпизод быстрее, чем за 7 минут, наверное, можно, если ты будешь проходить игру во второй раз для получения трофея. Как бы то ни было, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 трофеев я заработала. Также заработала массу положительных и просто невероятных эмоций после прохождения всех мрачных игр, которые выходили на моем канале в последнее время. Это просто реально глоток свежего воздуха. Но игра «Остров секретов» на этом закончена, мои дорогие котятки. Как бы ни было грустно от этого и... У меня прям подступает ком к горлу, но игра завершена. Вроде бы существует «Остров секретов» вторая и третья части, но мне никогда не доводилось их проходить. Они вышли, потому что уже... Ну, то есть намного позже, чем «Остров секретов». И как-то так получилось, то, что я в них не играла. Говорят, что они более мрачные и не такие красочные. То есть более приближенные к привычным нам... играм сейчас, которые, да, на данный момент мы проходим, поэтому «Остров секретов» первая часть, она самая прикольная, самая уникальная. И я вообще ни грамма не пожалела, что решила ее пройти для вас, решила ее пройти вместе с вами, и мы вместе получили от нее удовольствие. А на этом, мои дорогие котятки, я со всеми вами прощаюсь, до новых встреч. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписались, и нажмите на значок колокольчика, чтобы получить уведомление о видео, когда оно выйдет на моем канале. Только нажав на значок колокольчика, вы можете быть уверены в том, что вы не пропустите выпускаемые мной видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии и поддерживайте меня донатиком. Все ссылочки, как можно поддержать меня донатом, имеются в описании к данному видео. В конце описания имеются все ссылочки. Обязательно читайте описание, я пишу их именно для вас. А с вами я прощаюсь, до новых встреч. Как всегда, рекомендую вам смотреть только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу!